Попробовал я Yamaha подключить к усилителю, который на ТПА 3110. Там две микросхемы усиления ТПА 3110 на одной плате и еще сверху Bluetooth. Он определяется как Win 668 в настройках. Даем питание. Такой звук идет. Звук подключения к компьютеру. Честно говоря, он им дает хорошо, этим колоночкам. АК-35 усилитель я пробовал. Как-то очень плохо звучит, а этот прям неплохо звучит. Подключаемся. Вот примерно так звучит этот маленький усилитель. Все, видео записано.